Заявление Минобороны Азербайджана о том, что якобы был зафиксирован въезд в Нагорный Карабах автоколонны вооруженных сил Армении в сопровождении российских миротворцев, не соответствует действительности, сообщает Минобороны Армении. Премьер-министр Армении направил поздравительные послания главам ряда арабских государств по случаю священного мусульманского праздника. Обеспечение прекращения боевых действий между Арменией и Азербайджаном имеет большое значение для госсекретаря Блинкена, заявил Патель. Байрамов и Олсен обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Между Арменией и Литвой подписан меморандум о сотрудничестве в области технологий и инноваций. Израиль поставит Азербайджану 2 спутника. Все страны НАТО поддерживают вступление Украины в альянс, заявил Столтенберг. Страны Большой Семерки рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию. В результате шторма в Турции погиб один человек.